Подразделениями сегодня открыла и администрация города Назрань. Желающих лично обратиться к Алихану Тумгоеву достаточно. Марина Алиева вот уже больше 10 лет скитается по съемным квартирам. В Ингушетию она приехала из Казахстана. Там продала свое жилье, а далее сценарий как в фильме. Вырученные деньги просто потеряла. У мэра города она просит решить ее жилищный вопрос. Марине оказали материальную помощь. Вопрос обещали рассмотреть. Такая же жилищная проблема и у Яхы Кадзоевой. Семья из 12 человек проживает в некомфортабельных условиях. И к тому же Яха воспитывает ребенка с ограниченными возможностями по здоровью. Блок есть, 1200 блок. Камень, сука, много студентов. К сожалению, под программу ветхого аварийного жилья Яха не подпадает, но у нее есть дом, который полностью нуждается в капитальном ремонте. К тому же нужны дополнительные комнаты, так как семья большая. Женщине обещали уже в ближайшее время улучшить ее жилищные условия. Прием здесь ведут и руководители структурных подразделений, каждый из которых отвечает за определенную сферу. В основном вопросы, с которыми приходят жители, касаются социальной. Тамерлан Плиев недавно купил земельный участок, но здоровье и финансовые средства не позволяют мужчине начать строительство дома. Поэтому он вынужден обратиться за помощью. С самого утра в администрации с вопросами успели обратиться свыше 50 человек. Всем по мере возможности стараются помочь или дать необходимые рекомендации. Решение, три вопроса решены на месте. Одного ребенка определили выезд на лечение. То есть на сопровождение ее туда, на лечение. У него была квота, но не было возможности выехать самому. Им уже оказана помощь. И три вопроса сразу решены, и четыре вопроса даны разъяснения. То есть это те вопросы, которые периодически должны решиться в течение времени. В администрации созданы все необходимые условия, чтобы людям было комфортно ждать своей очереди. Работает комната матери и ребенка, а в столовой можно бесплатно пообедать. Прием граждан ведут и в Министерстве здравоохранения республики. Здесь тоже много желающих напрямую обратиться к министру. Эндокринологический специальный диспансер. Вы же должны знать, что это магазин. Да? Там есть круглосуточный стационар. Следующий раз москвицы юдждете. Пожалуйста, тюрьма, да я не помогу. Текцы юдждете, а еще эти говорят. Хайнхан, я же хуй тюрьму хочу в ящеру. Все москвы, что раз, да, дыка, хорошая, грамотная, лужа, душа, мол, хорошая, мол, еще душа, оборудование еще. Хорошо? Граждане приходят с самыми разными вопросами. Касаются они трудоустройства, получения мест в ординатуре и в интернатуре. В начале июня мы ходим. Вот цыгана, яхейвы и косак хатвейте. Хатвейте, где еще у вас Много вопросов и по поводу социальной защиты, выделения путевок на санаторное лечение, определение группы инвалидности. В министерстве поясняют, такие вопросы решаются не здесь. По большей своей части мы, конечно, стараемся, чтобы этих вопросов не было. И насколько это возможно, обеспечивать и лекарствами, и всем необходимым. Давали соответствующие пояснения. И, конечно же, были вопросы, связанные с заработной платой. Вот приходили работники, которые интересовались по поводу задержки, которая недавно была, заработной платы. Всем было объяснено, что это было связано с финансированием, что была небольшая задержка финансирования, после чего все-таки заработную плату мы выплатили и в последующем будем стараться
стараться для того, чтобы такие вопросы у нас не возникали. С самого утра в региональном Минздраве успели принять более 60 человек. Вопросы от граждан бывают самого разного характера. Касаются они трудоустройства, иногороднего лечения и выдачи медикаментов. Но я напомню, что прием граждан, согласно закону, продлится до 20:00 вечера. Рина Сычёва, Магомед Даскиев, Новости 24.